Чего? Сказано, баня. Объявился, Емеля. Комиссар! Повилова! Емелин объявился! Кого он прием? Да нет, один он, гол как сокол. Плеснуть кипяточку-то. Заткни глотку! А отпусти-ка. Погреби гад прятался. Шей кормил. Яблочный квас, а Вавилова? Донеси же ребятину-то. Где он у тебя? Там. Где взял? Здешним оказался, городским. Третьего дня перед выступлением как сбежал, тогда дому и подался. Сопротивление оказывал? Баба его только выла, он все пальцы изгрызла. Баба у него хворая. Да гусыня белоногая, кругом хороша. Значит, сгинул Гамильтон. Ни коня, ни сбруи. Открывай! Заходи, Емелин! Красный герой! Красноармейский устав порушил? Революцию на бабий паёк разменял? Революция Емелин не мстит, она защищается. Согласно нашей совести и для основания светлого будущего проклинаю тебя, Емелин, как подлую собаку и отдаю под суд революционного трибунала. Чего смеешься-то? Глупо ведь. Ну как же это так вышло? А вот так и вышло.
Извела бы я его, да запустила. Сам ведь знаешь, 3 месяца с коня не слезала под Грубишовым. Ну вот, а в госпиталь приехала. А доктор уже не берется. Ну. Ты боевая единица. Что же мне теперь тебя? Под трибунал отдавать? Да я ему и маузером грозила окаянному. Отказывается поздно, говорит. А кто ж от тебя, Клавдия, уделал-то? Да не неси же ребятину-то. Ну, с этим ладно. А кого вместо тебя? Может, эту Перельмутера из политотдела дивизии? Перельмутер крепкий коммунист. Все вы крепкие. А праздник вот на носу. А кто беседу проведет в своем батальоне? Там завхоза надо взгреть. Задержал доставку сапог. А сукно на обмотке пускай сами режут. Воюю вот тут с вами. Ну, а скоро, Клавдия, рожать-то будешь? Скоро. Во второй роте много недовольных. Особенно вот этот кудрявый, что все донские песни поет.
Здорово, товарищ Магазанник. Здравствуйте, здравствуйте. Как поживаешь, товарищ Магазанник? Что это уже за жизнь, когда вдруг тобой начинает интересоваться горка Монодел? Дай ему Бог здоровья. Будем теснить, товарищ Магазанник. Теснить будем. Мама! Мария! Дети! Люди! Горка Монодел думает, что я Ротшильд? Нахальство этих мужичей. Уже нет больше буржуев. Одна только комната осталась из советской власти. У житящего Магазанника. Мы вас считали сознательным, а вы проявляете себя наоборот. Нет, только у рабочего, у которого 6 человек детей, советская власть должна отобрать комнату. А вот у лицового коленщика, у суконщика Ходорова, вот у первого миллионщика Ашкенази. Мадам военная, товарищ военный. Ладно. Мы же так радовались вашей победе. Мадам военная, вы же наша защитник. Холера вас забери. Я сейчас вышвырну. Еще не привыкли, потому что она новая. Ну, располагайтесь. Товарищ Вавилова, я пошел. Хлеб да соль. Устран не надо. Устран не надо. Нигде не сказано, чтобы я отдавал свою постель. Нигде не сказано. Я очень извиняюсь. Нигде не сказано, что я должен давать свою постель. Нигде не
Доброе утро, мама. Первый день Бог сотворил картошку. Во второй день Бог сотворил картошку. Третий день Бог тоже сотворил картошку. И в четвертый день Бог сотворил картошку. И в пятый день Бог сотворил картошку. Зачем же на шестой день он сотворил нас? Стоп! Чтобы прокормить такую банду, нужно иметь силы, как у Ивана подобного. На! Скажи. Ну? Босяк. Бандит-налетчик. Ефим, ты опять опоздаешь в мастерскую. Она спит, это коса. Ну и слава. Ты знаешь, всю ночь не спала, ходила как зверь в клетке. Проснется, дай и чаю, чтоб холера задушила. Ну, тише. Вы слышите, она уснула. Если кто из вас пикнет, ему голову оторушу, я так жива. Thank you.
Я очень извиняюсь, мадам Вавилов. Но вы, кажется, уже встали. Встала. Я не понимаю, когда человек встает, он должен что-то покушать. Вот я и думаю, может быть, мадам Вавилова присядет к столу. Кипяточку бы. В рот ничего не лезет. Боже мой, самовар абсолютно горячий. Я очень извиняюсь, мадам Вавилова, но вы, кажется, беременны. Это его извела, запустила. 3 месяца с коня не связала. Сколько йода выпила в полковой аптеке. У меня как нож острый. Прям расход меня свел, даже ладони потеют. Боже мой, эта женщина потеряла ум. От ваших слов камни плачут. Такое нельзя говорить даже про детей своего злого врага. А вы говорите про свое родное? Где у тебя самовар-то? Давай принесу. Вы с ума сошли. Разве можно женщине в вашем положении таскать такой паровоз? В нем же верных 3 пуда. Проходите, мадам Вавилова. Садитесь, пожалуйста, на этот стол. У этого шатается ножка. Сахар у меня свой. Пайковый. Такое горе, такие хлопоты. Все они у меня живут, и ни один не сдохнет. Мадам Вавилова, разве можно женщине в вашем положении ходить босой? Подумаешь, ли ты можешь обойтись и без туфель. Ничего с ним не станет. Берите и одевайте. Боже мой, мадам Вавилова, кто теперь считается с тем, что женщина должна рожать? Ну их шуту. Одевайте и кончено с этим. Мадам Вавилова, а рожать скоро? Очень скоро, мадам Вавилова. Mm-hmm.
смерти моя старшая Соня стоила немало крови. Ведро черной крови она из меня выпила. Пока она была маленькая, она болела всеми болезнями, которые есть на свете. И скарлатина, и дифтерит, и корь, и коклюш, и свинка. Кажется, только холеры у нее не было. Ой, от этого всего, мадам Вавилова, можно сойти с ума. Но вы не имеете права это делать, потому что вы мать. Фельдшер у нас в полку говорил, все болезни от живота. Если вы аккуратная хозяйка, белье может прослужить очень долго. Вот эту рубашечку нашел еще Миша. Потом Сема, а теперь Лева. Ох, эти дети. Каждый день они хотят кушать. И не проходит недели, чтобы у этого не было сыпи, а у того лихорадки или нарыв. А доктор Балабан, дай ему бог здоровья, за каждый визит берет по 10 фунтов пеклеваной муки. Это же за один визит. Ой, ради бога, мадам Вавилова. Новорожденный заходится от крика. Синеет и синеет. И сердце разрывается от страха, что дитя умирает. Или у него начинается понос. Вы знаете, сколько нужно иметь пеленок? Или почесуха, попробуйте его не присыпать. А как они плачут, когда у них режутся зубки. И вот, наконец, начинает ложечка стучать во рту. День, 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 день. Вы думаете, рожать детей так просто, как война, пиф-пах и готово? Но нет, извините, мадам Вавилова, это не так просто. Ефим, зачем ты стоишь за портьерой, если ты можешь войти к нам? Добрый вечер. Ты представляешь? Мадам Вавилова ждет ребенка. Что я могу сделать? Красная кавалерия нашла время и место рожать. Бедра. 138. Но лучше сделаем сосок. Это бедра, так бедра. Нет, здесь мы имеем бедра. Не смущайтесь, мадам Вавилова, потому что бедра для женщины – это все. Ефим, мадам Вавиловой совершенно не важно знать, что о них думает такой лапседрон, как ты. Ну, откуда ты знаешь, что и важно, а что и не важно, а? Душа женщины – это тайна, да, мадам Вавилова? Ой, Ефим, ты меня выведешь из себя. Талия, ох. Мы сделаем свободное. Нет, что говорить, мадам Вавилова, чтобы вас обнять, нужно иметь в запасе слишком длинные руки. Повернитесь, пожалуйста. О! Мария. Тут жмет. Мадам Вавилова, мы вам сошьем такое платье, в таком платье. В таком платье женщина не может ходить пешком. В таком платье женщина должна ездить в трамвае, знаю. А что вы думаете, когда-нибудь в нашем городе будут ходить трамваи? Я буду ездить на работу на трамвае. Так вот, выгляну из окна и скажу. Чиню, паяю, кастрюлю починяю. Соня, иди сюда. Подержи ребенка. Ла-ла-ла. Кому мама сказала спать? Ты, босачка. Всем отойди от белья. Ну?
Ефим, ты когда-нибудь примешь что за дело? Ефим, ты слышишь меня? А, Ефим, займись делом. Ефим, займись делом. Вы думаете, мадам Вавилова, кто-нибудь когда-нибудь пришел ко мне и сказал, Ефим, тебе плохо, тебе слабое здоровье, поезжай куда-нибудь отдохнуть, на Лиман, в Одессу, я знаю. Нет, никто не пришел и никто не сказал. Босяк. На Одесском лимане его только и не хватало. Ой, босяк. Мадам Вавилова? О! Вы у нас принимаете дело на полном ходу. Замолчи, замолчи, босяк. Мадам Вавилова, вам в вашем положении лучше пойти в доме отдохнуть. Давайте. Началось? Уйди. Утюг. Зачем утюг? Тушься. Тушься. Thank you.
Не мучите меня. Гелфир, Готиня. Ну и ну. И кому это нужно, это бой? Ни ей, ни ребенку, ни мужу, чтобы он сдох, ни богу на небе. И какой-то умник придумал нашу голову. Ой, худо нам, худо.
Я не выживу. Я не выживу! Убей меня, Бог. Я знал, что будет мальчик. Я знал.
Мадам Вавилова, к вам пришли. Здорово, Вавилова. Ноги вытирайте. Проходите. Да вы идите, не беспокойтесь, я сама домою. Да. Да, действительно. Греки перешли в наступление. Наша часть отходит по всему фронту. Ну, это, конечно, временно. Да. Но 14-я армия стягивается с Пожмеренкой. Дивизии с Урала идут. Скоро Украина будет нашей. Надо думать, через месяц наступит перелом. Тогда вернемся. А пока, Клавдия, беляк прет густо. Да, у нас вся мордочка в крови. Вечно ты со своими прибаутками. Не ори ребенка, раз будешь. Слушай, а может тебе с полевым госпиталем, в уколке? Не исключено, ведь отрежут надолго. Ты б не курил. Дуешь, как паровоз. Да. На Лусы и Бугор не опоздать. Часики-то золотые. Я велел там тебе мешок муки, сахару и сало доставить. На двуколке привезут. Ну, давай прощаться, Клавдия. Ну, бывай, Вавилова. Дыши, Вавилова. Я очень извиняюсь, мадам комиссарша, но мы все слышали. Товарищи командиры сказали, что в Чуднове белые. Это 40 верст отсюда. О чем говорить?
Они завтра придут сюда. В пастыре собралось только конницы. Что от конского ржания по пельне не слышно, как говорят люди. Вы думаете, я боюсь? Я не боюсь. Я просто хочу вам сказать, что поляки, австрияки, галичане, белые, вы можете остаться у нас. Кушать вам, слава богу, привезут столько, что всем нам хватит месяца на три. Нельзя вам. Занесет какой-нибудь гад. В расход пойдете. Дети ж у вас. У нас дети. У вас дети. И не надо меня пугать. Как только я появился на этом свете, меня начали пугать. Живите у нас на здоровье. А что будет, то будет. И кончи надо. Ой, любой шелой, парбоштроф стунс год. Митвос хоб мир зихазой фарбир фарзиндикт, пасмердар хмум куменим мойер унин шрек. Дар барен зиха пунзре бойны шалойлам, дар лозни тазде роцхен зол нумбре инге нум шулдике киндер. Кацавка совсем с ума сошла. Тот парень простудится, то у него жар. Как хорошая еврейская мать, одним словом. А что ты думаешь? Если женщина одевает кожаные штаны, она от этого становится мужчиной.
Я вам скажу, мадам Вавилова. Так это самое лучшее время для людей. Одна власть ушла, другая еще не пришла. Ни тебе контрибуции, ни тебе реквизиции, ни тебе погромов. Это днем он такой умный. Посмотрим, что ты будешь делать ночью, когда весь город закричит и завоет от страха. Ты вообще молчи! Молчи! Все утро она ходит, смотрит за ворота. Она уже себе чего-то ищет. Она уже себе кого-то осматривает. Ну, я вам скажу, когда приходит новая власть, первое, она говорит, что теперь все будет хорошо. Второе, все становится гораздо хуже. Третье, надо наконец искать виноватых. А кто виноват в этой жизни? Кто? Я вас спрашиваю, кто виноват? Thank you.
сейчас убьет, мы тебя сейчас убьет, мы тебя сейчас убьет, мы тебя сейчас убьет. Налагаю на тебя контрибуцию. Трехдюймовка. В нашем городе, товарищ Вавилов, никогда не будут ходить трамваи. Никогда. Почему, Ефим? Потому что у них некому будет ездить. Еще раз придет атаман Струк или шальная Маруся. И нас всех не станет. Все обойдется, Ефим. Все обойдется. Атаман Струк постриг моего брата. Взял ножницы, обычные ножницы, которыми шьют красивые платья. Постриг ему бороду. Только вместе с бородой, этими самыми ножницами, которыми идет красивые платья, он отрезал ему голову и очень долго потом смеялся. Замолчи, Ефим, ты испугаешь детей. Ты стал совсем злой.
Я не злой. Я совсем не злой. Я за добрый интернационал. Так мало на свете добрых людей. Не знаю, может, когда-нибудь. Люди будут жить там, где им захочется. И черта оседлости не будет проходить через подвалы. Замолчи, Ефим, ты испугаешь детей. Подожди, Мария, ну дай договорить. Всю жизнь столько забот, столько хлопот. То ты прячешься, то ты хоронишь своих близких, то тебя самого хоронят. Абсолютно некогда поговорить с человеком. Вот вы мне скажите, товарищ комиссар, почему так происходит? Помните, как все возмущались, когда англичане напали на буров? А как мы все печалились, когда турки вырезали армян? Но кто что скажет, если завтра не станет Ефима Магазани? Исправила. Откуда ты, Ефим, взял эти сказки про добрый интернационал? Интернационал замешан на рабочей крестьянской крови. Люди за него глотают порох и становятся очень злыми. Бои, походы. Вши, вши, бои, походы. Голова идет кругом. Отнимите у людей сказки. И скажите, зачем им тогда жить? А людям не сказки нужны. Людям нужна правда, за которую помереть не жалко. Помереть? А когда же жить? Ты хороший человек, Ефим. Но частник. Будем мы жить. И наступит на земле трудовое согласие людей. Устала эта Клавдия? Да. Я усталая. Тетя Клавдия, а где твой муж? Убитый он. В бою. Thank you.
В нашем городе никогда не будут ходить трамваи. Своего от нас в день бедствия нашего. Поспеши услышать нас, о Господи. Слава сел мой еще на обину ото, о Ноэ зойн хинтей вейшо. Двогин бядын во сыр мою лейну, ой ей. А теперь помыроем шофе. Thank you.
ешь со мной? Не ешь. Ешь. За ворота не выбегай. За воротами тебя коняшки сшибут. На березу не лезь. Упадешь, голову ударишь. Не самовольничай, слышишь? А как подрастешь, так знай. Отца твоего Кирилла называют, как тебя. А мать Вавилова. Мадам Вавилова? Мадам Вавилова! Ты слышишь? Она ушла. Клавдия! Клавка! Она ушла. Ну и люди, Мария.
Thank you.